На конкурс «Дети читают стихи». Диана Шулакина, 12 лет. Село Печаево, Печаевского района, Тамбовской области. Вероника Тушнова. Кукла. Много нынче в памяти потухло, а живет безделица, пустяк. Девочки потерянная кукла на железных скрещенных путях. От платформы парад паровозов низко плыл, в равнину уходя. Теплый дождь шушукался в березах, но никто не замечал дождя. И эшелоны шли тогда к востоку, молча шли, без света и воды, полной внезапной, жестокой, горькой человеческой беды. Девочка кричала и просила, и рвалась из материнских рук. Показалась ей такой красивой и желанной эта кукла вдруг. Но никто не подал ей игрушки, и толпа к посадке торопясь куклу затоптала у теплушки в жидкую, струящуюся грязь. Маленькая смерти не поверит, и разлуки не поймет она. Так ведь и этой крохотной потери дотянулась до нее война. Некуда от странной мысли деться. Это не игрушка, не пустяк. Это может быть обломок детства на железных скрещенных путях.